Alexa – это голосовой ассистент от Amazon. Вы можете работать с ним с помощью колонки Amazon Echo или приложения Amazon Alexa. Чтобы управлять оборудованием с помощью Alexa, нужно добавить ее на третьем шаге создания проекта или в конфигураторе во вкладке «Устройства». Покажу на примере диммера «Верхний свет». Amazon Alexa не поддерживает русский язык. Если вы хотите с помощью нее управлять устройствами, то их названия должны быть на том языке, на котором будет управление. Например, на английском. Добавляю устройство, голосовой ассистент. Сейчас доступно только Amazon Alexa. Вводим имя. Это же имя нужно будет указать в приложении Amazon Alexa, когда будете настраивать связь с вашим проектом. Переходим в диммер и видим, что появилось дополнительное поле в основных настройках устройства. Здесь можно выбрать голосового ассистента для управления этим устройством или отключить совсем. После добавления голосового ассистента нужно опубликовать проект на сервер и в облако. Это нужно для создания связи проекта с приложением Amazon Alexa. В приложении вы должны быть авторизованы под своей учетной записью для Amazon Alexa. Выбираем пункт «Навыки и игры». Ищем навык Iridium Ассистент. Выбираем «Начать использование». Откроется браузер для авторизации Iridium. Необходимо ввести логин и пароль от аккаунта, на котором вы настраиваете проект. Выберите тот проект, для которого вы настраиваете ассистента, и впишите название, которое вводили при добавлении Alexa в проект. После синхронизации переходим во вкладку «Устройства». Если вы их еще не видите, то обновите страницу. Устройства из проекта добавлены. Можно поуправлять ими с приложения или дать Alexa команду. Примеры команд для устройств вы можете найти по ссылке в описании.